Куда идем? Вик, по ты более что? Простому маршруту идем. Ну, я бы не сказал, что он прям более простой. И вы, мне кажется, зря пошли там. Или здесь скользко? Не знаю. Не сказал бы, если бы просто. Рядом. Я тебя держу. Аккуратнее. Не надо держать, нет. Такой спуск. Немножко экстремальный. Мне интересно, что у них там, если у нас здесь вот так. Ты вот подняться там. Держу, Алина. Алин, мы сейчас спустимся, осталось чуть-чуть. Слышишь водичку? Мы сейчас идем к ручью. Это Русанов ручей. Все, спустились. Вон Дима уже там, ничего себе. Вот это спортсмены. Ай да спортсмены. Ох, какой обзор здесь. Угу. Красивый, да? Это река Дон. Мы на реке Дон. Так что мы, можно сказать, донские. Да. Можно так сказать? Вот Алина идет сама. Вот и первое падение. Ну ничего страшного, испугалась она просто. Давай тебя будет придерживать. Пойдем. Пойдем, пойдем. Очень круто здесь. Ее надо либо на руки.
супер подъем нам предстоит. Я думаю, мы справимся. Особенно Луна. В два прыжка. Раз, два, и она уже там. Ну, я так понимаю, что выбора у нас все равно нет. Да. Либо остаемся жить здесь, либо подъем. Либо идем. Идем в подъем. Вот они идут. По более простому маршруту.